Всем привет, это подкаст Влад Широкова. Я Влад Широков, и сейчас я пишу музыку и кайфую, собственно, от жизни. Это просто потрясающе, когда ты можешь просто писать музыку и получать колоссальное удовольствие от процесса. Я уже думаю, как стучу на MPC. Это просто нечто. Сегодня мы поговорим о смысле жизни. Я как-то задумался о том, что получилось, собственно, за 10 лет. И что бы я хотел за ближайшее время, когда данная проблема, коронавирус, оставит мир в покое. Я просто колоссально изменю свою жизнь. Я очень рад тому, что успел сделать студию. Несмотря на то, что с акциями не особо получилось, я пролетел с нефтяной компанией. Но пока деньги находятся в этой компании, блок растет потихонечку. Потихонечку растет блок. Я думаю, со временем будет очень здорово. Уже в голове картинка, что я снимаю прикольных девчонок. Под свой музончик. Делаю это очень стильно. Здорово. Осталось только выбраться из такого состояния подвешенных яиц, потому что ты не понимаешь, что будет, в общем, в будущем страной, миром, но в основном страной, и когда ты уже выйдешь просто на улицу, чтобы гулять и получать какое-то удовольствие от жизни, общаться с людьми, коннектиться, фотографировать. В голове у меня уже потрясающие картинки, очень крутые фотографии девчонок. Я хочу все, получается, слить воедино, музыку, видео и фотографию. Но фотографии будет больше, проще всего слить. Я хочу снимать портреты и какие-то атмосферные ванильные фотки, душевные. Также немножко видеоряд, подставлять свои стихи под это, либо стихи авторов. Возможно, если буду коллаборировать с какими-то прикольными девчонками, будет интересно. Стихи мало кто делает, и мне кажется, ну как бы это очень чистая и приятная сфера деятельности, чтобы хоть как-то развивать народ, ну и развиваться в то же время самому. Ну, посмотрим. Все будет зависеть от того, как мы, собственно, выйдем из ситуации с коронавирусом. Пока подкаст длится 4 минуты. Спасибо, что еще не переключили. Возможно, на фоне где-то вы слышите этот бит. Это мой первый день в Эблтоне. Но настроение потрясающее.
настроение потрясающее.